Приветствую, друзья мои, с вами Антонина, и сегодня мы в магазине «Светофор». И сразу хочу начать свой обзор с кофе «Якобс Монарх». Посмотрите, вот он у нас был во всех магазинах по акции, и уже везде разобрали. Вот. А сегодня пришла в магазин «Светофор», он пока имеется в продаже, вот кофе, и цена 231 рубль. По такой цене, конечно, кофе не найдете. Вот. Поэтому, как в первую очередь, хочу обратить внимание, что кофе в этом магазине «Светофоре» еще есть. Ну и, конечно, другие разновидности кофе вы видите. А вот показываю. И цены тоже вы видите. Подписывайтесь на мой канал Антонина Абрамкина и будете в курсе всех обновлений и поступлений нового товара в магазине «Светофор». Посмотрите, здесь еще вот такой вот напиток растворимый, сублимированный. Вот в других магазинах я еще видела, как горячий шоколад. Вот сюда вот он почему-то не пришел еще. Вот, может, как или я его не нашла. Вот горячий шоколад тоже вкусный, тоже брала. И мне понравилось. Но сейчас у нас вот обзор кофе. Вот посмотрите. Это 108 рублей. Вот. Так что за кофе все в магазин «Светофор». Вот. Ну и здесь, конечно, инструменты, набор инструментов. Вот если кого интересует, 649 рублей. И в наборе имеется абсолютно все, даже клей-момент вот такой маленький есть. Как набор и положить в машину, как, то есть при себе будут абсолютно все инструменты. Ну и вот такие вот инструменты. 335 рублей. А, ну это не здесь они как... Не могу прокомментировать, потому что вы видите, кто знает. То есть этот инструмент Еврогарант с отверткой, трещоткой. Вот, 335-50. Поэтому, кому интересно, смотрите. Ну и здесь у нас еще вот как имеется в продаже лампа светодиодная. Вот 41 рубль. И так, это у нас... Не подскажете, вот это как правильно... Ага, прожектор, вот, 218 рублей, вот, девушка подсказала. Поэтому смотрите, это магазин «Светофор». Пойдем дальше. Так, ну, здесь вот кофе экстра, 158.30, 175 грамм. Вот сегодня я основу сделала на кофе. А вот горячий шоколад, вот 65 рублей, вот как бы вот такое. Но я, конечно, не про такое говорила. Ну, какая разница, здесь тоже пакетики горячего шоколада. Так, пакетики. Так, Домодедово, Московская область, Домодедово. Но я такой не пробовала, я пробовала другое. Но мне понравилось. В общем, если кому интересно, смотрите. И, конечно, чаи, разновидность чаев или чаев очень много. Вы тоже видите, смотрите. Липтон тоже 99,70, вот такой вот. Ну, вот так вот показала. Говядина тушеная особая 55,30, свинина тушеная особая 55,30. Ну вот здесь разновидности тушенки. Пойдем дальше. У нас сегодня дождь, ливень, видите, а в магазине все равно много народу. Хотя это времени, как говорится, мало еще. Так, арбузы 15 рублей. Вот вы видите, здесь контейнеры стоят с арбузами. Ну и кондитерского товара очень много. То есть и цены тоже интересные. Кого интересует кондитерский. Ну и здесь мебель вот у нас. Стул складной, вы видите, скамейки. Мы все это показывали и продолжаем показывать. Потому что товар имеется продажи, значит, его нужно показать. Также чайник стекло 580-90. Вот посмотрите, вот такая вот у него розеточка. Не розеточка, а вилочка, вот так скажем, провод. 580-90. Вот смотрите. Чайнички я не пробовала, не знаю, не брала, насколько, то есть
Ну, так, на первый взгляд, вроде кажется, очень интересный товар. Горшочки для тушения 50 рублей, вот их 50-90. Стеклянная форма, жаропрочная 213-20, вот тут тоже смотрите. Терки 100 рублей, 4-гранные. Салатники, доски, доска разделочная 100 рублей 50 копеек. Ну, вот они. Я в других магазинах другой формы видела, овальные. Вот подожду, когда придут сюда овальные. Так. Ну и тарелки, салатники, это мы тоже уже многократно показывали. Так. Что здесь у нас еще? Ну, ведра. Все это, конечно, тазики прямоугольные. Вот такие тазики. Салатники по 27 рублей. В общем, ассортимент вы видите. Сейчас еще так. Более подробно покажу. То есть вы видите, что имеется в продаже. А в продаже имеется пока весь товар, который мы рекламируем. И тарелки 62 рубля, вот и салатники. То есть все это пока мы, видимо, имеется в продаже. Вот такое стекло, кружка стекло 29 рублей. И кружка дымчатое стекло 47 рублей. Вот я их неоднократно уже хвалила и говорила, что они такие прочные и не бьются. Сковорода антипригарная 221,50. И казаны также продолжают приходить, потому что пока товар востребованный и необходимый даже для готовки на природе. Кастрюльки вот эти вот тоже хорошенькие, маленькие, 4 литра, но здесь цена 9 литров, вот 564. Они вот здесь коробки синие, вот 9 литров. Ага, видимо, не вытащили. Так, здесь кофеварки с двумя чашками также в продаже имеются, мясорубки, чайники со свистком и сушилка для овощей и фруктов. Вот 941,90. Очень большой выбор контейнеров. Вы это тоже видите. На контейнерах сегодня не останавливаются, потому что мы их многократно уже показали. И вот конфеты Каракум на Родфронт. Я хотя в прошлый раз о видео говорила. 301 рубль 50 копеек. С чаем очень даже вкусно. Килограмм здесь, видите? Каракум. Кто как постарше, помнит, какие конфеты на вкус, а не Каракум. Вот так как раз чувствуется, что здесь шоколад, а не пальмовое масло. Но на вкус вот мне понравилось. К чаю очень даже интересно. Единственное, смотрите, срок реализации. Потому что вот я первый пакет взяла, они прям наисвежащие были. А в другом магазине купила, вот на трассе, тоже магазин Светофор, они были не первой свежести. Вот, так что вот конфеты вкусные, просто смотрите срок годности. Так, ну сегодня надо обязательно посмотреть мясо, по какой цене у них сегодня и какое мясо. Так, мясо мы здесь не видим сегодня. Куда делась свинина? На кости 169 рублей. Так, что-то я его не обнаружила пока здесь. Видимо, должны привезти. Вот, девушка колбасу раскладывает, а мясо я не увидела. А мяса нет, да? А, вон, переставили. Вот, теперь вижу. Ага, майонезы, ассортимент большой. Много очень колбасы. И мясо, вот, мясо, 169 рублей. Ну, вот, видите вы. Хорошенькие кусочки, даже вот на ребрышках, посмотрите, на кости 169 рублей. Для шашлычка, посмотрите, вот одни эти, как их называют, забыла, грудинки, что ли, вот, посмотрите. Хорошие кусочки. Ой, здесь так холодно в холодильнике, здесь просто невыносимо находиться даже. В общем, мясо, вот вы видели, мясо хорошее, тоже можно выбрать. Пойдем дальше, что здесь, как товары, которые повторяются, я просто показываю цены,
И вы уже сами решаете, вам нужен этот товар, не нужен. Это для автомобилистов в основном. Поэтому я здесь быстро прохожу. И этот товар тоже мы неоднократно показывали. И цены тоже вы видите. Баллончики к газовым, портативным газовым плите с пьезоподжигом 4,16. Баллончики 51,50. Все это есть в продаже. Ну и как бы колготки вот. Продолжаем смотреть новинки колготки красивые. Вот здесь различные любых размеров и расцветок. Сейчас у нас уже холодно, и так что здесь и беленькие, и черные колготочки есть, и ребенка в школу собрать, в общем-то, как все цвета есть. Обуви, тапочки женские. Вы видите, здесь обувь тоже. Сланцы, пока вот. Лето продолжается, но, правда, оно у нас очень холодное лето в этом году. Уже с конца июля ощущение октября уже у нас вот такая вот погода. Ну и, конечно, светофор, как и все другие магазины, подготовился к школе. Я этот обзор в каждом видео делаю. И здесь тоже можно приобрести очень много товара, подготовка к школе. Все, вы это видите. Подробно я в каждом видео показывала, поэтому здесь смотрите, что есть. Цены вы видите. И суперцена на тетрадь 1 рубль. 48 листов 9,80. Рюкзачки 237,80. И набор шариков-ручек очень много в ассортименте. Вот. В общем, ребенка тоже здесь можно собрать в школу, самый необходимый, и уже будете готовы к школе. Ну и игрушки, продолжаем игрушки смотреть, и танки, и грузовички, и куколки, и в наборе 201 рубль, 182 рубля, 239 рублей. То есть нарядных кукол очень много. Вот смотрим. Супер цена на Ленор. 4 литра. 199 рублей. Средство для мытья пола. 44,50. Сорти 19. Освежитель воздуха 36 рублей. Стеклоочиститель 26. Бровь дачный 58,90. Как самый дешевый, между прочим, в светофоре. Гель для прочистки труб 39,30. Ну, здесь у нас прохожу мимо наполнителя для кошачьего туалета и корм для кошек. Все это вы видите. Очень много полотенчиков. Тоже прям завалено. И пледы. Вот, посмотрите, пледы здесь у нас вот такие цвета сохранились. Я уже себе 3 пледа таких купила. 4,62,50. Но они почему-то вот подорожали. В прошлый раз мы дешевле были, брали. А сейчас вот подорожали. Но они такие хорошие по качеству, мягкие, укрываться и сохраняют тепло. Вот прям и легко. Прям мне настолько приятно. Я почти каждому члену семьи купила эти пледики. Вот эти зеленые тоже красивые. Вот. Ну, комплекты тоже вы видите здесь. Выбирать размеры. И Ивановский текстиль мы уже неоднократно говорили. Это уже индивидуально каждому. АО 72,90. Фэри 79,90. Но она литровая. Вот. Сегодня самую надо купить. Отбелитель для белья Горная Свежь 35,40.
Я даже не знаю, как его применить, поэтому рассказывать не буду. Сама не брала, поэтому подробности не могу сказать. Ну, здесь белизна и гель для стирки. 99 рублей. Почти 3 литра, 2,7 литров. Вот это вот надо взять, потому что как уже кто уже сказали, что средство хорошее, вот надо попробовать и этот гель. Ну и здесь, конечно, у нас и памперсы, и салфетки, и женские принадлежности, и влажные салфетки, влажная туалетная бумага, полотенчики. Все вы это видите. Это всегда есть в продаже. И по такой, скажем, цена самая дешевая. Здесь светофоры. Ну вот я вам сегодня показала, что имеется в продаже в магазине светофоров. Новинки показала. И с вами была Антонина. До новых видео. Всем пока.